Что касается Надежды Петровны и художественного театра. Мы как раз говорили о том, что Надежда Петровна была поставщиком ее императорского величества. Первый, кто к ней стал приходить одеваться после того, как в Москве поползли слухи, была Елизавета Федоровна, жена Сергея Александровича, городского главы Москвы. А у художественного театра с Сергеем Александровичем была большая дружба, потому что когда создавался художественный театр, в 1898 году первый, кто поддержал Станиславского и Немировича Данченко в создании общедоступного театра, правда, это название просуществовало всего год, то ни один театр и по сегодняшний день только в Екатеринбурге, наверное, существует один театр, который может существовать без дотации государства. Все остальные театры, безусловно, дотация государства очень важна. И художественный театр после своего создания, конечно, тоже понял, что общедоступность – это прекрасно, но выживать-то как-то надо, а для этого нужны денежки. Как они появлялись? Они появлялись, потому что художественный театр был создан на паях, а паи появлялись и, безусловно, от меценатов, как мы теперь любим говорить. А на самом деле это были люди, которые были настолько вовлечены в это дело, что они очень хотели его поддерживать. Это немножко про художественный театр. С Надеждой Петровной, как я считаю, скорее всего, Станиславского познакомил именно Сергей Александрович. Во всяком случае, он намекнул о том, что существует такая удивительная дама, которая одевает всех. Никто не носит одинаковых платьев, и все выглядят роскошно, потому что вот эта вот история наколки, она, конечно, удивительная, потому что платье создавалось сразу на фигуре. И, безусловно, убирало что-то, что нужно было скрыть, подчеркивало то, что нужно было показать фигуре, и от этого дамы все преображались. В 1901 году впервые художественный театр приглашает Надежду Петровну для того, чтобы изготовить костюмы к спектаклю «В мечтах» по пьесе Владимира Ивановича Немировича Данченко. Приглашает и ее Савва Тимофеевич Морозов. Почему Савва Тимофеевич Морозов? Потому что Зинаида Морозова тоже одевалась у Надежды Петровны Ламановой. И поэтому это был такой круг, все друг друга знали и вот порекомендовали. К сожалению, костюмов из этого спектакля не сохранилось, но сохранились фотографии Андреева и Книпер-Чехова в платьях, сшитых Надеждой Петровной. Маленькое отступление. Савва Тимофеевич, конечно, человек был очень разумный. И первое, что он сделал, пригласив Надежду Петровну, он стал разогревать историю постановки как раз всем журналистам, сообщая о том, что костюмы будут сделаны Надеждой Петровной. И, видимо, таким образом привлекал внимание к не совсем удачной пьесе Владимира Ивановича Немировича Данченко. А Владимир Иванович Немирович Данченко после того, как состоялась премьера этого спектакля, сказал, что костюмы, изготовленные Ламановой, были гораздо лучше, чем пьеса, написанная мною. И успех спектакля был, безусловно, благодаря Надежде Петровне. А Ольга Леонардовна Книпер-Чехова очень коротко, но тем не менее раскрывает все тайны в письмах к Антону Павловичу Чехову, потому что она пишет, что у меня платье в спектакле «В мечтах» будет красное, все расшитое, блестючее, я буду как змея ходить красиво, а заказывает Савва Тимофеевич.
и для Андреевой, и для Книпер-Чеховой, и для Марьи Петровны Лилиной. Но, к сожалению, костюмов к этому спектаклю не сохранилось. Потом в 1904 году, когда выпускают «Вишневый сад», художественный театр снова обращается к Надежде Петровне. И мало того, для того, чтобы главные героини и в первую очередь Ольга Леонардовна Книпер-Чехова вошла бы в роль, ее просят на репетиции ходить в костюмах к спектаклю «В мечтах», чтобы она могла вжиться в образ. К этому спектаклю в музее МХАТ сохранился только мужской костюм Константина Сергеевича, он представлен у нас на экспозиции, и сшитая для Книпер-Чеховой черная накидка, но, к сожалению, требующая реставрации, поэтому до сегодняшний день не выездная. В 1909 году, и об этом опять-таки пишут все газеты, художественный театр позволяет актрисам заказывать наряды для повседневной жизни у Надежды Петровны Ламановой. И мало того, что позволяет, еще оплачивает их кассир театра. После чего в студиях Надежда Петровна работала в художественном театре. Почему мы так гордимся коллекцией Надежды Петровны? Потому что, вот, допустим, в 21-м году вышел знаменитый спектакль «Принцесса Турандот» в театре Вахтангова. К этому спектаклю костюмы были изготовлены тоже Надеждой Петровной Ламановой. Мало того, что они были изготовлены, так как спектакль имел грандиозный успех, все было построено на легком крепдышине тончайшем, поэтому костюмы рвались, и Надежда Петровна каждые 2 года перешивала костюмы для принцессы Турандот. Но, к сожалению, Кирилл Игоревич Крок, директор театра Вахтангова, все время говорит, что у них есть Ламанова, но у них нету музейщиков, я выясняла, нету. Не сохранилось, к сожалению. Тот спектакль «Принцесса Турандот», который мы с вами все видели много раз по телевизору, это уже не Надежда Петровна, это более поздняя постановка. Там в основном костюмы шил Вячеслав Зайцев к этому спектаклю, но, безусловно, он что-то реконструировал из того, что было сделано Надеждой Петровной. И взлетающая эта ткань в «Принцессе Турандот» – это придумано было Надежда Петровна. Тут у нас представлены костюмы к 3 спектаклям. Все эти костюмы подлинные, к ним прикасалась рука Надежды Петровны. Эти костюмы к «Безумному дню» и «Женитьбы Фигаро» и к «Отелло» изготовлены по эскизам Александра Головина. Первый спектакль был в 1926 году «Безумный день» или «Женитьбы Фигаро», который ставил Константин Сергеевич. И после того, как Головин прислал первые эскизы в художественный театр, а почему прислал? Потому что Головин в тот момент уже был глубоко болен, он был прикован к кровати. И лежа в кровати, он рисовал и эскизы к спектаклю, которые тоже тут представлены, и эскизы костюмов. Костюмы были заказаны в мастерских художественного театра, как и полагалось в то время, как и делается всегда. Но когда выполнили эти костюмы, Константин Сергеевич понял, что воплотить то, что было изображено в эскизах Головина, невозможно. То есть в мастерских этого не получилось. И тогда он обращается к Надежде Петровне. При этом пишет совершенно трогательный письма Головину. Вы не подумайте о том, что это какая-то простая портниха. Это волшебница. И только она сможет передать в костюмах то волшебство, которое вы создали на эскизах. А как эскизы попадали в художественный театр? Попадали они благодаря Ивану Яковлевичу Гремеславскому, который был тогда еще совершенно молодым человеком. Благодаря ему сохранился дневник
ученик Надежды Петровны. И благодаря ему был создан постановочный факультет школы-студия МХАТ. А начинал он мальчиком на побегушках, и его отправляли к Головину в Питер. Головин рассказывал ему и показывал эскизы, после чего он с этими эскизами приезжал к Станиславскому, рассказывал, что подразумевает. Чем отличался Головин от всех остальных художников? Что он считал, что настоящие ткани выглядят плохо со сцены. Поэтому Головин использовал только разрисованные ткани. И если вы посмотрите на эти костюмы, то вы поймете, во-первых, что они сшиты из разных тканей. Это могут быть очень простые ткани, но тем не менее вот эта вот удивительная марселина сшита именно из тканей, которые были выкрашены специально Надеждой Петровной. А Надежда Петровна обладала этим свойством красить. И красила она все. И даже крепдышин, как выясняется, она красила для того, чтобы воплотить то, что было на эскизе. Так готовились костюмы к спектаклю «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». И также готовились костюмы к спектаклю «Отелло», который ставил Горчаков, но Станиславский принимал в этом активное участие. Но спектакль, к сожалению, с трагической судьбой, потому что он прошел всего 10 раз. И столько трагических моментов в судьбе Надежды Петровны было, конечно, много. Допустим, был спектакль «Борис Годунов». К этому спектаклю только главных исполнителей было 48 человек. Ко всем костюмы были сшиты, а еще массовые сцены. Все это было изготовлено, а каждый костюм в художественном театре рождался, потому что было недостаточно просто эскиза, нужно было, чтобы он еще родился на фигуре. А потом спектакль этот не вышел по разным причинам. И вот этот весь труд Надежды Петровны пропал даром. Но, видимо, надо настолько любить театр и настолько уметь прощать театру все разочарования, которые тебя постигают, что Надежда Петровна продолжала работать в художественном театре. Официально в художественный театр она устраивается в 31 году. Ее приглашают в художественный театр. Вот совсем недавно прочла у историков, которые занимаются модой, что, безусловно, художественный театр, взяв ее на работу в эти годы, ее спас, потому что уже она побывала в тюрьме, уже она висела на волоске, а художественный театр был правительственным театром, и все-таки художественному театру, благодаря большой дружбе с Луначарским, да и, в общем, с Алексеем Максимовичем Горьким, Надежду Петровну, безусловно, взяли в штат, взяли на должность консультанта, уже после того, как были сделаны вот эти прекрасные костюмы, после того, как она поработала в оперной студии Станиславского, сшила костюмы тоже для этого театра Станиславского Немировича Данченко. Станиславский не всегда присутствовал на премьере, но ему писали письма, все описывая, и он каждый раз кричал «Браво, Надежда Петровна Ламановой!». На втором представлении после «Безумного дня» и «Женитьбы Фигаро», как вспоминает историк художественного театра Виталий Яковлевич Веленкин, Станиславский на поклонах. Первую даму, которую подвел к рампе, была Надежда Петровна. Он ее подвел к рампе и поцеловал ей руку. Поэтому Станиславский, наверное, называл Надежду Петровну Шаляпин в моде. В 1936 году Владимир Иванович Немирович Данченко решил поставить спектакль «Анну Каренину». Художником к этому
спектаклю был Владимир Дмитриев, который в тот момент был главным художником художественного театра. В музее МХАТ сохранилось много его эскизов к разным спектаклям. Он был, конечно, удивительным совершенно театральным художником. Но, к сожалению, к спектаклю «Анна Каренина», который имел совершенно необычайный грандиозный успех, сохранилось очень мало эскизов. И почему тут такая синяя стена? Потому что Дмитриев придумал, что сцена окутана синим бархатом, и что она именно окутана, и за счет того, что вращается круг, вращаются стены с синим бархатом, переворачиваются страницы романа Льва Николаевича Толстого. Таким образом был решен весь спектакль, поэтому у нас тут синяя сторона. Скажем так, там у нас занавес художественного театра, который мы попытались воплотить. А вот сцена скачек предполагалась Дмитриевым быть решенным в перламутре. Единственный костюм, который сохранился от этой сцены, это вот этот костюм Ангелины Иосифовны Степановой. Если вы на него внимательно посмотрите, то вы поймете, что как раз перламутр решается в этом костюме. Тут вот в синем бархате костюм Аллы Константиновны Тарасовой, которая была первой исполнительницей этого спектакля. В роли Анны Карениной в этом спектакле это ее платье, которое на приеме у княгини Бетси. Это ее пеньюар. Этот пеньюар просто какое-то необыкновенное создание Надежды Петровны. И удивительно, что тончайшая ткань сохранилась-то, ну, достаточно хорошо. Ну и вот это знаменитое платье, опять-таки, Ангелины Степановой. Почему оно знаменитое? Потому что всегда, когда говорят об Анне Карениной, когда вспоминают Анну Каренину, почему-то всегда показывают это платье. Видимо, вот эти линии, которые, если вы внимательно посмотрите, вы увидите, что полоски идут везде в разные стороны, но тем не менее это никоим образом не увеличивает фигуру. Хотя там увеличивать, честно вам скажу, нечего, потому что все манекены, на которые одеты костюмы 42-44 размера. К счастью, было привезено два манекена из музея художественного театра, которые поменьше размером, и благодаря этому мы смогли одеть вот этот костюм, зеленое платье, потому что тоже на 42-44 размер это платье никоим образом не влезало. А еще всегда говорили про Аллу Константиновну в этом платье, что она была фигуристой дамой из крупной фигуры, но если это крупная фигура, вот это единственное платье, их два платья сохранилось из спектакля «Школы злословия», которое тоже имело, как и «Безумный день», необычайный успех в художественном театре. Эти спектакли, которые шли очень долго, и «Школу злословия» даже сейчас можно в интернете найти. И это платье Ольги Николаевны Андровской. И если вы посмотрите на эту стену, где представлены эскизы к спектаклю «Школа злословия», и посмотрите на тот эскиз, который изобразил Шифрин к этому спектаклю, Надежда Петровна немножко от него ушла. У него там все в цветочках каких-то, а она сделала полоску. Но это платье можно на актрисе Ольге Андровской увидеть по сей день, благодаря тому, что этот спектакль был снят на пленку. Тут представлены головной убор к тому прекрасному платью, которое фрейлины на балу. Белая шляпка к платью Ангелины Осиной Степановой. Бутоньерка прикалывалась к зеленому платью. Это идея Надежды Петровны, чтобы в качестве украшения были цветы. И синяя сумочка Анны Карениной к синему платью. В художественном театре было важно, что
чтобы художник, создававший декорации к спектаклю, чтобы потом эти декорации читались и сочетались с костюмами на сцене, всегда начиналось, пошло это от Станиславского, потому что Станиславский еще в своей юности, когда создавал общество искусства и литературы, когда он впервые начал работать с художниками, всегда к ним выходил подготовленными. Он всегда выходил к художнику с макетом спектакля. Вот тут представлены макеты к спектаклю «У жизни в лапах». А костюмов, как вы понимаете, не сохранилось. Но, как писал Симонов, Симонов был первым главным художником художественного театра, спектакль состоялся только благодаря тому, когда хозяйка гостиной появлялась в необыкновенном красном платье. Платье это сохранилось, садилась на диван, и тогда спектакль начинал играть вместе с декорациями. Надежда Петровна тоже шила костюмы к этому спектаклю. Тут у нас представлены макеты Головина к «Безумному дню». Надо сказать, что эти макеты Музей художественного театра выставляет второй раз в жизни. В прошлом году впервые выставили их в Питере, а вторым привезли в Екатеринбург. Буквально перед тем, как приехать в Екатеринбург, когда мы уже решали окончательный вопрос со списками, а так как все музеи занимаются тем, что заносят свои предметы в КАМИС, в электронный каталог передают это все, одна дама, которая в этот момент обрабатывала библиотечный фонд, а библиотека художественного театра является именно фондом, вдруг, листая модные журналы, она обнаружила, что на нескольких из них, это подшивка модных журналов, есть фамилия Надежды Петровны. Журнал 1909 года. То ли Надежда Петровна их выписывала для себя, но у меня есть такое предположение, что так как эти журналы сохраняли, то Надежда Петровна им пользовалась, что-то подыскивала и поэтому карандашом позволила себе написать, что это она. Но вот это открыли перед приездом к вам. И что еще тут, на мой взгляд, очень важно, маленькие образцы тканей, которые вот здесь представлены. Всегда в художественном театре было принято, что художник рисует эскиз костюма и к нему прикалывает образцы ткани. Так как эти ткани были выкрашены, все к «Безумному дню» и к «Женитьбе Фигаро», они все скреплены, и именно прикладывается несколько вариантов выкраски тканей для костюмов в этом спектакле. И точно так же в «Анне Карениной». Не только благодаря Надежде Петровне, а просто благодаря отношению художественного театра к сценическому искусству. Им так важно было показать правду на сцене, поэтому эта правда добивалась всякими способами. Благодаря этому получились вот такие театральные профессии, к которым мы теперь относимся с уважением. Конструктор костюмов, художник-постановщик, гример тоже, безусловно. Гример – это точно благодаря Константину Сергеевичу, который обожал гримироваться. Это удивительное качество актера, как мужчины, так и дамы-актрисы, когда актер не боится плохо выглядеть на сцене ради того, чтобы создавать образ, который нужно ему создать. Всю жизнь существовал такой слух, и это описывалось всеми поклонниками Надежды Петровны, что Надежда Петровна в день своей смерти должна была выехать в эвакуацию в город Саратов. И она пришла в театр, и уже театр уехал к тому моменту. И вот, допустим, Александр Васильев всегда рассказывает о том, что художественный театр забыл Надежду Петровну.
после чего якобы она пошла к Большому театру, села на лавочку и на лавочке умерла. Вот эта легенда существовала какое-то бесконечное количество лет. И опять-таки благодаря этим удивительным поклонницам Надежды Петровны Ламановой выяснилось, они, безусловно, удивительные молодцы, потому что они везде, как ищейки, рыщут все, что можно найти про Надежду Петровну. И они нашли письмо сестры Надежды Петровны, которая описывает этот день смерти. И выяснилось, что эта эвакуация в Саратов переносилась, то есть они должны были выехать в 11 утра, потом уже начинается бомбежка прямо около Москвы, поэтому переносят это на 6 часов утра. Ну и, в общем, историки художественного театра искали такое оправдание себе, что Надежду Петровну не забыли. На самом деле, из письма сестры Надежды Петровны следует следующий факт. Вера Мухина уезжала в этот день в эвакуацию, и Надежда Петровна пришла ее проводить. Уезжала она почему-то от художественного театра. И пришла она ее проводить именно в художественный театр. После чего они вместе с сестрой направились по Большой Дмитровке, про которую мы сегодня уже с вами говорили, к станции метро, которая теперь называется Театральная, а раньше она называлась Дмитровская. И вдруг прямо напротив поликлиники Большого театра, который существует уже много лет на Большой Дмитровке, Надежде Петровне стало нехорошо. Она попросила нашатырь. Покуда сестра лезла за нашатырем, она упала, хотя ее занесли не в Большой театр, как описывали все историки, а именно в поликлинику Большого театра, но спасти ее уже не удалось. Ей было в этот момент 80 лет. Но для меня, конечно, удивительно другое, что Надежда Петровна умерла практически на пороге художественного театра. И это говорит о том, что эта связь художественного театра и Надежды Петровны, которая продлилась почти 40 лет, конечно, осталась с ней навсегда. И, наверное, только благодаря этому вы сегодня можете видеть эти костюмы, которые сохранились. Сохранились они благодаря сотрудникам Московского художественного театра. А надо сказать, что это тоже отдельная профессия костюмер. И эти костюмеры умудряются достойно прятать от художников, которые очень любят все перешивать. И надо сказать, что последние костюмы, которые мы получили в свой фонд из художественного театра, Надежды Петровны Ламановой, которая умерла в 41-м году, 2 года тому назад. Благодаря тому, что вот эти вот удивительные дамы-костюмеры все время эту вешалочку задвигали. И вдруг обнаружили, что задвигали они Надежду Петровну Ламанову. Поэтому, видимо, за это Надежда Петровна полюбила театр вообще. И, видимо, поэтому происходили такие чудеса в ее жизни. Безусловно, она была творитель своей судьбы, но благодаря людям, которые ее окружали, и тому обществу, в которое она попала, творить и создавать свою семью, они ей, безусловно, помогали. Поэтому вот эта выставка состоялась благодаря дружбе Музея Московского художественного театра с городом Екатеринбургом, который продолжается уже 12 лет. И также, я думаю, что дружба помогала Надежде Петровне. А дружила она не больше, не меньше, как с Константином Сергеевичем Станиславским, с Александром Морозовым, с Алексеем Максимовичем Горьковым, с Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко. И все это был один круг, благодаря которому мы сегодня можем с вами наслаждаться всем тем, что мы видим сегодня.